Я вот думаю, чат, два варианта, два основных варианта. Либо это колдун, он же орбитальная пушка, либо можно пузожителя метового выкатить все-таки, чтобы в Доту 2 поиграть. Вот непонятно. Непонятно, что из этого будет все-таки лучше в рамках игры Dota 2. Кто-то знает? Пузо, ну давайте пузо. Чат, вы, кстати, знали, что осталось всего 20 фолловеров до 54 тысяч на моем канале на платформе Twitch? Вы знали? Может, вы это, ну, зафолловитесь? А что ты в пятерку пикнул, блядь? У вас, блядь. Да я миссанул, блядь. Я сейчас, если этот... Пятерка, а он на виспе, что ли, никому? Свап. А, не, приконнекшен. Не вижу, ну просто... Свап, свап, свап. Кто свап, что? Это не в видосе, а кто разговаривает со мной? Откуда? А, я в доту играю! Я думал, я не в матче. Забейте, я сумасшедший. Напоминаю, если вы смотрите видос и не поставили ни лайк, ни дизлайк, не подписались, не написали комментарий, то понос будет сегодня страшнейший. Ну, то есть я просто напоминаю, что ну, в жопе мало не покажется. Поэтому, чат, делаете вот так. Вот тут вот кнопку нажимаете, вот тут вот пишете, я не знаю, много букв очень, главное осмысленных, иначе ваш комментарий не пропустит. И все, и делаете. Делаете плюс делаете. А почему, блядь, Кириакс? А почему, блядь, Кириакс? Ну, я понял, там нагулил уебище просто. Почему? Ну, иди нахуй. Что ты хочешь? Попросил героями свапнуться, блядь, ты мало того, что пятерку взял так. Хуильную, так ты мне еще героя дать не можешь, блядь. Друг. Я тебе ответил, да, что я с тобой свапнусь, когда ты это пикнул? Я тебе ответил? Тогда что ты не взял пятерку нормально? Что ты имеешь, блядь, чтобы мы убивали на линии, даже будь я нормальным кором? Хороший что ты герой. Имеешь? Так стан, я в лес контроль, пойду, какой-нибудь мега заебись замедление. Я в лес пойду, потом через 10 минут выйду. Ты ж, блядь, баран, сейчас соберешь молнии ебаные, да нет, и все, я не буду толк. Молнии собирать. Зачем? Я не буду молнии собирать, ты не прав. Я сейчас просто с нулевой в лес уйду, братан. Нет, похуй. Я с нулевой в лес уйду, там занято. Ну все, я тебе репортик заебашил уже, можешь. Хорошо, можешь кидать, но Кириакса ты высрал из-за собственной тупости, а не из-за меня. Ну типа, блядь, ну нахуя ты играешь в игру, объясни мне? Зачем ты в доту зашел? Поиграть взять в игру. Лесной пятерку, так ты уебище. Почему у нас, ну, вот, например, зашел. Тот же самый Никс сидит, пикнул нормальную пять, ну, с нормального саппорта со станом, ну, по-человечески поступил. Ага. А ты как мразь ебаная, взял лес, типа, я, блядь, третий кор. Так, лес ну, это типа, мета. Не свинья, я не ебаная. Кор, я в саппорта буду собираться, чудище. Успокойся, ну, хватит. Ну, ладно. Как я линию без тебя стоять буду? На Аксе, я думаю, раз нормально ты постоишь. Достал. Ты же вообще должен со мной стоять всю жизнь почти. Ладно, похуй, в принципе, Аксон, на то и стики есть. Стики не забудь купить, только у тебя батрайдер будет, скорее да, всего. Да, без проблем. Кто там, я не знаю. А не батрайдер в мид, походу, пойдет. Чего не доебываешься до дровки, которая в мид дровку взяла? Тоже человек просто говнище. Так почему? Пихнул. Она молодец, она спасла положение. Я ей благодарен ему. Все понял. Дотера? Шерится, если подозрительный. Да похуй, у меня свои баны тут, свои. Там у Глеба тогда половина этот. Половина людей будет подозрительными в чате. Страшно. У меня половина планеты в пермаче. Ты вроде спокойно все равно в два милишника должен постоять. Поэтому нормально. Может в вражеский лес пойти или насрать? Да гуля, вроде этот хапариген не сильно нужен. Ух. Разум у тиммейтов не обнаружен? Да не, на самом деле плюс-минус меняемый, просто ему неприятно, это нормально. Но у меня претензий к Аксу особо никаких нет, он просто хуйню несет, а так вон-то вообще. Человек на мид пришел с сапогом и кларити на первые деньги, там фрикинсоны. Я этот, с пассивкой на первом уровне на линию пришел. И он мид выиграет, ну у дровки может, но пока проебывает. Хотя там пачка на него такая здоровая идет. Ну, кто пиздел? Кто пиздел? Да нет, он тоже типа пиздец. Ну да, он с сапогом и кларити на мид пришел. Да не, они против Кириакса стоят, они мне, блядь, спады блочат, нахуй, отводы делают, это пиздец. Это пиздец. Увы. С уроном 40, в смысле, так ты просто напалмом спамишь и добиваешь? Там же бонус к урону с руки в том числе. Кто пиздел на Кириакса?
Пассивка на эсканорум тема. Ну хз, я тоже, кстати, когда на тройку уходил с Энткингом, я на первом уровне пассивку брал. Но если адекватно рассуждать, это как будто бы говно полное. Соло-лайн земле, в смысле, там стоит пуш и земля. И он не проебал соло-лайн, но стоит 1-0 вроде. Да. Вы ебанутые? Почему вы выебываетесь вообще в чате? У меня гениальная команда, самая лучшая в мире. Блять, накаркал. А я в кого? Я в Акса буду залазить? Ну, наверное, в Акса. Ядри там айтем билд намечается на Сэндкинге мощнейший. Я не хочу в Сэндкинга, я в него не верю. Если враги промахиваются, по-моему, нет. Если враг промахнулся, стака не будет, если не ошибаюсь. Хотя, может, и будет. Кто знает точно в чате, я не помню. По-моему, не будет. Всем стримам заходите, тестите в лобби. Потом отчет скидывайте. В чат. А у вас на линии там все нормально, комплект? Комфортно, да. Или у кого пуш? У вас там внизу. Я и так, блять, один стою, я ж не вижу просто на где пуш, у меня варды нет ставить денег. Так они бесплатные. Все там два миллиона. Снимает там же. Ты уходишь с линии? Ну понял. Говорит, нет варды денег ставить. Нет, говорит, денег на варды, которые ноль стоят. Я правильно понял, на Акси Кем пришел Биговой заблочить, когда у него вангвард, и он может его фармить. Умно. Он же только что бодиблочил Кем, правильно? А зачем? А ради чего? Там, кстати, тройка не пуш, а земля. Я не знаю, откуда они эти микрофоны берут в 2024 году. Я себе всегда покупал какие-то наушники, вот за 200 гривен раньше, когда я стримил на 5 зрелов, у меня постоянно были наушники от Свена какого-то. Знаете, там самые базированные за 200, там за 400 гривен, ну, то есть самые дешевые. Вот, и у меня постоянно был хороший микрофон. Ну, то есть, понятное дело, что с этим, который сейчас, он у меня не сравнится, но меня всегда было хорошо слышно. А вот где они эти берут, я без понятия. Наушники от Свена, но фирма Свен. Аудиокарта, но чтобы он звучал так, как у него, она должна быть сломана. На ноуте кто вообще стоит, пользуется ноутбучными микрофонами, это же ужас. Говорил Аксу купить стики, купил, 10 минут прошло. Нет разъема под микрофон, в смысле? А с чего ты играешь? С хлебопечки? Они вроде оба сдохнут. Нет, пуш затанчит. Нет, пуш дурак. Чат, медас стоит 30 тысяч. Инфляция произошла, пока вы в доту не играли. Это что такое? Имей уважение на пурже, что ты делаешь? Парни, убийство интересует вражеского игрока в доту? Пиздец ты, блядь, тоже. А Янзы это кто? Это брат Суньзы или кто это? Ну, кнопка R жуку сложно дается. Там вард стоит, а там это где? Суньзы, так искусство войны не Янзы, искусство войны Суньзы написал. На что копим? Кстати, накопил уже. Уже накопил, есть. Копим на важный предмет для игры в Dota 2. У нас тут стратегия инновационная. Байтим пуша. Байтим. Чё у нас там у Керри Акса? У Керри Акса блинк 1000 голды. Ну такими темпами как раз Керри Акс купит блинк, я куплю Радианс, и мы сможем в Мегазорда с ним собраться. Чтоб у него как раз не работала крутилка нормально из-за радика. Делаем. Ну я не вижу тут таргета лучше, чем Акс. Можно попробовать в Сэндкинга, но я Сэндкингу не доверяю, он фидит постоянно. ПТС лес фармят. Ну а что, чат? Вон я на Манки Кинге с
сколько, 3 месяца подряд курьеров резал, потом к Синкью пошел тем же заниматься. Вот и думайте. Педаль ВВК в КД нет. Я помощник. Мы сейчас гем еще Аксу купим, там такое начнется. Там, правда, инвиза ни у кого нет. Ну, Сэмка глиммер купит, наверное. О, у нас друг в лесу появился. А тут все выформил. А почему крутилка нормально не работала? Ну, насколько я знаю, если у тебя удар мисует, то стак крутилки не дастся. Ну, там сколько? 17 всего мисов, да? 17 же сейчас саура. 15 даже. Это что за неуважение просто на ровном месте? Нормально. Победа. Нормально, у нас камбэк сейчас будет. Не сдохнуть бы еще. Ладно, пачку потом. Все, идем в друга. А я знаю, есть смысл ему... Ладно. Я не знаю, я пока не хочу ему первым айтовым гем покупать. Варды они все равно не ломают, когда мимо них пробегают. Че ему? Ну, Аксу можно драмы купить. Я не знаю, насколько Аксу Владимир нужен. Ну, для манорегена вообще нормально будет. Базилку я ему куплю как минимум сразу. Победа. Так, трек называется... 7-я минута. Кого я залез? Ладно, стратегия работает. Царя горы. Так, next item. Что мы хотим next item Максу дать? Блять. А-а-а, все, понял. Хорошо, что я гем не купил. Меня еще 2 ульта отдали. Ладно, куплю Владимир. Жалко, Владимир понерфили. Ну ладно. Ты пробовал фармить Шей на 4-м левеле Гули? Быстрее? Да, это херовая затея, как минимум потому, что там постоянно в тройке пизделово за пиво происходит. Что ему надо? Там нет ульта у Джаггера. Так, ладно, я понял. Даю вижен. Дальше не пойду. Пиздец, больно. Но я вроде не должен умереть. Я живой. Вот если бы я этот камень поймал, не был бы живой. Не знаю, возможно вообще в Сан-Кинге даже лучше было бы. Тяжело. Че, у него Бледмейл есть на Аксе? В 20-м терзателя убили. Друвка в криты выходит. Ну, игра достаточно пассивная, но не его убьют. Я думал, если он сало, да? Да, сало. Да. А, там манта уже. Богатство. У тебя блинк откатится, ты убьешь его. Не? Наверное, все уже стянулись. Боится Накс. Я не буду вылазить. Или буду. Ладно, надо съесть куржа. И сдохнуть от лосса. Я загубился. Почему каждый раз, когда я вылажу из героя, в меня 2 ульты жмутся? Что я сделал такого? Не, ну мы как бы там, если бы хоть кто-то участвовал, могли бы забрать еще кого-нибудь. Возможно. Ну мы далеко сильно залезли. Ну тоже есть. Не, ну мне главное было вот этого вот только пиздануть. Туда его. Ладно, Керасу. Переводчики есть в чате? Что он говорит? Что он говорит? А, жужжит, все, понял. Там уже глиммер есть на цем. Но мне впадлу гем покупать. Там есть контроль сквозь БКБ, и они меня ненавидят. Он каждый раз меня лассо нажимает на бэтрайдере, как только я из Акса выпадаю. О, так мы тут всех убили, пока я Глебу отвечал. Нормально.
После скольки ПТС появляется купить БКБ? Ну тут, по-моему, 2500 аверага где-то. Не знаю, сколько тут. Ну почти. БКБ на Аксе — это важный артефакт. Его всегда после БМа надо брать, почти. Тебя каким-то Гиулом еще чем-то не законтрили. Но тут как будто бы Гиул не планируется. А у кого гем? Мне кажется, Нюкс не купится на провокацию, но я попробую. Нюкс... Блять. Нюкс, кинь гем в курьера, я Аксу передам. Так проще будет. Купился на провокацию, есть. Я могу куру водить, чекать кливы. Нормально, буду куру контролить, кливы ей чекать под гем. Я же не могу обилку гема юзать из Акса. Кто пиздел на саппорт Агулю, собственно? Видишь, нормальный саппорт, все работает. А где гем? У меня гем. Я куру вожу просто кливо чекать. Я же не могу обилку гема нажать из пуза, поэтому я курьера вожу, чтобы кливо посматривать. Куру Ластоун, да, было такое. Во второй доте тоже было. Догон клали и этот, и Soul Ring курьеру. Soul Ring нажимали и бим-бим-бам-бам. И все. А он куда на жуке? Парни, вам барашана перед ХГ забрать? Увы. Ой-о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 й. Ой-ой-ой, блядь, я шкурой нафидел. А не, нормально, но выживет вроде. Живой, нормально. Один хп остался. Кто там говорил, что это плохая стратегия для игры в доту? Извинитесь, пожалуйста. А где гем? У меня гем. Вот, блядь, вот гем. Просто если Акс умрет, то он из него не выпадет. Хопу в эфире привет передать. В эфире чего? Парагона или где ты там находишься? Вот это? Вот тут ты находишься или где ты? Вот тут? Мали, конечно, мощный. Что там у Джаггера? Бедность. У дровки. Но у нее, по идее, три куска аганима в курьере. Ноль-два-двадцать, но я саппорт. Я саппорт. Я помогаю. А же он Bloodstone. Это Bloodstone, что ли, на Аксе? Это же Bloodstone вроде так собирается, правильно? Игрок в доту реально Bloodstone покупает. Сейчас часто на Аксе Канду и Bloodstone тарят. А ну. Я не слежу за метой особо. Давайте почекаем. Ну, Канду я вообще не вижу на Аксе. Ну, Канда нахер не нужна. Сашу Яшу вижу. Я помню, там коллапс, по-моему, ядрит на Аксе влетел мощно. Коллапс, по-моему, на Аксе это постоянно покупал, а потом челы начали. Ну, Бладстоун, да, вижу. Что ради трех монорегена и просто состояние хп очень большого. А, ради АОЕ агро. Сколько вообще АОЕ агро дефолтная? 390, ну сколько, 75 вроде дает, 75. Ну, чтоб не дохнуть, у тебя же крутилка это заклинание считается, правильно? То есть там... Прокрутился, 600 урона нанес, отвампирил от этого. И крутилка, ой, я тоже больше, да. Тут, кстати, дефолтный 300 радиус. Я не знаю, вот это то, что на скилле написано, это с учетом Bloodstone или без учета? Я не знаю, стат Bloodstone идет в тултип или нет?
Извинись хоть что ли на Аксе, я не знаю. Не хочет быдло. Я могу же курой с вражеского фонтана шмотки забрать? По-моему, могу. Спасибо за игру. Ладно, забирай слон назад, спасибо. Такое бывает, нифига себе. 0-2-30. Каким образом я вообще на гуле из 30 киллов из 38 поучаствовал в 30? При этом я 15 минут фармил лес. Как это возможно? Что?